И потом я использую вот такие вот крючки. Они длиннее, удобно. И тянем на себе. Вот так. Но здесь есть зашелка, вот здесь аккуратно, чтобы не сломать. Вот видите. И еще с этой стороны. Вот еще с этой стороны. Снять молдинг. Вот здесь есть зашелка. Вот, вот эта зашелка защелкивается вот сюда. Осторожно, чтобы не сломать. А вот эти вот сюда попадают. Вот. Видите? Потом снимайте два шурупа Т20 Торекс, вот это и это, чтобы снять команд. Можно не снять, но я снял также с этой стороны. И снимаем уже команд, но осторожно, здесь есть провод, чтобы не порвать. Вот этот разъем аккуратно отсоедините. Вот, сняли этот разъем, и все, можно уже снять команд. Вот здесь тряпочку поставим, чтобы ничего не повредить. И отсоединяем разъемы. Так. Все. Также отсоединяем вот эти раз, два, три. И вот этот и снимаем команд. Вот оригинальный номер. Вот здесь есть зашелка. Нажимаете вот сюда. Поднимается и снимается. Также вот здесь. Нажимаете вот сюда и снимаете. Все эти разъемы снимаете и снимаете команд.